Эй-йоу, ребят, всем привет! Как ваши дела? И сегодня у нас будет обзорчик Original Virginia. На самом деле, я не думал, что вообще буду снимать на этот продукт обзор. Но так получилось, что нужно будет снять. Мы все снимаем также Fallen Jazz, который находится в Реутове по адресу Октября 3. Это настоящий американский джаз, живая музыка. Поэтому будете рядом, обязательно забегайте. И самое главное, хороший кофе и хороший кальян. Теперь давайте-ка вернемся к нашему табаку Original Virginia. Почему я не хотел на него снимать? Когда только он появился, мне сразу начали присылать этот продукт, попробовать. На всех фестах они давали мне мерч Original Virginia, там мундштуки, брелки, но продукт был так себе, и я как бы даже и не зарекался об этом продукте никогда, я просто его не стал курить. И получилось так, что в этой компании стал работать мой знакомый, всеми известный Орех, да, в кальянной сфере. И он начал, грубо говоря, как-то каким-то боком отвечать за данный продукт, за его качество. И скажу вам так, поменялось кардинально все с появлением акциза, и продукт стал довольно-таки интересный. Давайте просто скажу вам мнение сейчас и мнение тогда, да. Original Virginia, да ну нахуй, бля, в пизду ебать, стрёмно курить его. Даже желания нет курить, там мерч подарили, как бы дома лежит, даже как бы, ну, ничего с ним даже не хотелось сделать. Но я к ним подошел на фестивале в Казани, Волга Хука Экспо, да. Думаю, ну, подкурюсь, потому что там было очень много готовых кальянов, были все свежие, думаю, ладно, раскурюсь. Попробовал один вкус, второй вкус, третий вкус, довольно-таки понравилось. Ну и, соответственно, дальше уже поехало-пошло. Стало интересно и думаю, давайте-ка сниму обзор. Но не без этого, да? Как бы не без говна. А что сейчас я думаю о данном продукте? Я его реально сейчас курю, я вкурю вкус, который, наверное, мне больше всего понравился. Это Эфиоп в России. Это ананас, елки и, конечно же, немного мяты, да? То есть, ну, давайте, блядь, уже слово нарицательное, немного суперновый, блядь, да? Просто по-другому не знаю, как это сказать. И это реально интересно. Да, это реально вкусно получилось. Табак довольно-таки хороший стал. Вы скажете, бля, да, вы купили, да, вы продался. Нет, нихуя, как бы, да, не продавался и не покупали меня, тем более Original Virginia. Здесь реально все прям по факту, как есть. Чай стал, ой, чай, говорю, блядь, на вкус цейлонский чай смотрю и представляю чай. Табак стал гораздо курибельнее, намного курибельнее. Правда, по крепости он стал немного легче, чем он был когда-то, но тогда он был просто пиздец какой отвратный. Сейчас же все стало, все супер. Вот реально прям, ну, говорить только если хорошее. Потому что плохого в нем как такового я ничего не вижу. Все абсолютно вкусы мы прокурили с Илкиным и как бы, ну, пришли к такому выводу, что неплохо. Original Virginia молодцы. Получилось довольно-таки неплохо. Грубо говоря, старый Original Virginia и новый Original Virginia абсолютно два разных продукта. И как бы в новой почти ничего не осталось от старого. Это прям реально круто. Что касается крепости. Она легенькая, не очень крепкая, как я ожидал, да? Курить довольно-таки очень легко. И не так сильно напряжно. Что касается прогрева и температуры, здесь тоже как бы все прогревается довольно-таки быстро, курится тоже довольно-таки хорошо. Из минусов это, наверное, упаковка, которая не совсем удобная, потому что, грубо говоря, да, вот давайте возьмем такой вкус, нет, давайте вот цейлонский чай, это у меня вторая пачка, потому что первую мы уже прокурили. И вот просто откроем, да, как бы, ты вот ее открываешь, да, ты думаешь, ебать, пачка огромная, тут табака, как бы 100 грамм, но по факту это вот такой вот пакетик, все, да, мало, но на такую пачку довольно-таки глупо смотрится, потому что пачка забирает объем, и, соответственно, как бы, ну, бля, ебать, ну что это такое? Пачку я бы сделал бы, наверное, в миллион раз поменьше, прям ровно под табак, и было бы все окей. Ну и плюс, конечно же, нет контейнера, это тоже такой большой минус. Давайте, собственно, пройдемся по вкусам. Шоколадный кейк, то есть, грубо говоря, шоколадный кейк, там еще есть пару десертных вкусов, они ничем не отличаются друг от друга.
это реально просто десерт. И как бы различия между ними большого нет, по крайней мере, я не почувствовал. А цейлонский чай хороший, обычный такой чайный привкус, довольно-таки свежий, интересный. Эфиоп в России – это топ. Реально, эфиоп в России, во-первых, отталкиваясь от названия, да, то есть самого вкуса, это эфиоп в России, уже становится интересно, что это. Заканчивая, как эта курица. Идеальный баланс между елками, ананасом и, конечно же, суперновой. Welsh Cream, так, здесь, кстати, есть пару вкусов, которые прям 100% дублируют Dark Side, да, именно по названию. Welsh Cream тоже, в принципе, обычная десертная такая приторная мутень, которая не сильно, как бы так, охота покурить. А смородина тоже хорошая, прикольная, красная, прям вот как будто ковшик со смородиной перебираешь перед тем, как заебашить с него варенье. А Кашмир Гуаява, прям тоже, говорю, прям не за... Ну, не стали даже как бы выпендриваться, да, там, или придумывать что-то свое. Зачем, если есть кашмир гуаява, так и назовем. Вкус хороший, но кашмир и гуава, когда ты видишь именно кашмир гуаява, ты представляешь танш. И, конечно же, такой заебись танш, забиваешь совсем абсолютно два разных вкуса, которые отличаются между собой. И вот кашмировая линейка у них не очень получилась. Индийский лимонад, специи. Плюс такой немного свежий, как будто газированный, но при этом немного не дотягивает. А молоко топленое, молоко прям реально хорошее, прям реально молочко. Вот оно прям кайфовое, оно прям круто получилось. А также были еще райский фрукт. Мы его просто в один глаз курили, нахуй, вообще просто выкурили. Довольно-таки тоже прикольный такой свежий фруктовый вкус, очень тоже понравилось. Но, как и, собственно, в любом другом табаке, большая часть вкусов, она как бы будет у вас неликвидная. Поэтому прежде чем покупать всю линейку, то есть прежде чем как бы, да, делать заказ, купите всю линейку, прокурите ее, сделайте такую маленькую фокус-группу и поймите те вкусы, которые прям реально вам зайдут. Потому что я с другими ребятами общался, они говорят, а вот нам кашмир гуаява пиздец как понравился. Или говорят, нам вот десерты прям вообще супер зашли. Поэтому тут как бы все идет на любителя. Если вам вот не нравится, допустим, мне вот не нравится, да, кашмир гуава, но есть люди, которые готовы за этот вкус, блядь, именно в Original Virginia просто убить. Сказать, что табак вызывает эффект вау, можно, но не такой сильный, потому что ихние прошлые, допустим, грубо говоря, ревизии, да, про табака, они немного подпортили бренд. И, допустим, если бы не орех, который меня убедил бы попробовать, блядь, да иди давай сюда, блядь, да ты попробуй, просто попробуй, я бы, наверное, бы так и остался бы при таком мнении, что табак просто дерьмо. Как был, как бы так и остался. Вот, думаю, собственно, это ответ для производителей, почему так долго не было обзора на их продукт. Потому что, реально, тогда он был немного таким дном. Ну, привет. Так вот, если брать что-то прям такое кардинально мощное, о чем можно было бы поговорить, то, в принципе, этого здесь нет. Продукт хороший, как бы сильно его не засрешь специально, потому что нечего засирать. Ну и как бы его сильно не расхвалишь, потому что как бы бабла не заносили, да? Поэтому продукт хороший, курить можно. Кто его курил раньше и у него испортилось об этом продукте мнение, то... Моя рекомендация попробовать еще раз покурить это все и, соответственно, понять. И, кстати, покурить вы его можете также здесь, Fell & Jazz, октября 3, Реутов, забегайте под джазик, хорошо покурите. Ну и думаю, наверное, на этом уже и закончим. Original Virginia, продукт хороший, ждем от вас еще новых вкусов, посмотрим, что из этого выйдет. Так что это Дава Дым, будет время, обязательно заходите и попробуйте.